Мы начали тренировочный сбор в Турции. У нас очень хорошие условия, очень хорошие поля для тренировочного процесса. Мы вчера играли уже первую игру с Зарей, выиграли 1-0. И, конечно, я больше рад к тому, что мы сыграли с очень приличной командой. И самое важное для меня было, что мы не уступали в скоростях. Создали очень хорошие моменты, которые могли забить. Но, конечно, это позитивно, что мы выиграли эту игру. Дальше будем готовиться. У нас будут постоянные игры с двумя составами. Утренние игры, вечерние игры. Но мы конкретно не будем к играм готовиться. У нас есть определенный план, который мы должны делать, начиная от физики, заканчивая до тактики. Поэтому все идет очень позитивно. Несколько новые футболисты, молодые, очень удивили в хорошем плане этого слова, потому что видно, что ребята действительно потенциально хорошие ребята. Поэтому мне очень интересно сейчас каждого из них посмотреть еще с другой стороны, как они воспринимают наши требования и так далее, и так далее.